Привет, мои хорошие! С вами я, как всегда, Иреника, и сегодня я в гостях у Алены. Сегодня мы с Аленой решили устроить баттл и побоксировать. Я буду сисяо, а она же пяо. Делайте ваши ставки, господа. Да, пишите в комментарии, кто победит. У нас сегодня Oculus Quest, и сейчас нам Денчик расскажет, что это такое. Привет, сегодня мы на канале... Блин, я лично, мне же страшно. Они вы у будут, меня на канале. Они сейчас будут драться. В общем, а я буду судить. Моя задача сейчас рассказать немножечко об этих устройствах. Собственно, это контроллеры, которые переносят руки в виртуальную реальность. Это шлем, который обеспечивает изображение. То есть я одел очки, и я переместился надел. С этой комнаты. Надел. Да, окей, надел. В общем, я на ринге сейчас, передо мной какой-то боксер в трусах. Вот. Это уже интересно. Да. В общем, вот так вот нужно двигаться и боксировать руками. Можно выбрать картинку соперника? Вообще, без да. трусов. Нет, ну это другая история, я думаю, мы как-нибудь отдельно запишем про нее видео. Вот. Собственно, боксировать, вот нужно руки поставить вот так вот, все. Слушай, жопяо тут побеждает, понимаешь? Меня тут уже начали бить, девчонки. Очень реалистично. Ай. В общем... Слушай, не бокс, Алёна. Да. Что он не видит. Все, я проинструктировал. Смотрите, видите вот эти кнопочки, да? Да. На них да. вот так вот перемещаться нужно. Угу. Вот. Все, погнали. Да. Oculus Quest – это автономное устройство на Android, которое имеет два контроллера в руки с 6 степенями свободы. Шлем весит чуть больше полукилограмма, имеет 4 камеры для ориентации в пространстве, а батарейки хватает примерно на 2-3 часа игры. А почему у меня мужские ноги? А можно у меня девочка будет? Какой кошмар, они как... Они больше, чем я. Кошмар. Сначала мы немного размялись, проведя тренировку, а затем начали драться. Тут все по-настоящему. 12 раундов по 3 минуты. Разница лишь в получаемых ощущениях и в передвижении по рингу. Для этого используются кнопки и вращение рук. Под конец руки так устали, что мне начало казаться, что они сейчас отвалятся. Со стороны это, конечно, отдаленно похоже на бокс, но мы старались. В виртуальной реальности все выглядит так, как должно выглядеть, и вроде как это даже действительно бокс. Давай про игру. Мне очень понравилось, я вот прям реально выжата, как лимон, смотри, у меня вот даже... Я тоже. Кажется, я пойду, у меня сейчас футболка, благо она тут есть. Жарко? Будто на фитнес ходила. Да, я не ходила на него уже 2 года, но будто сходила. Не говори об этом. У тебя парень, кстати, есть? Правда? А у тебя не... В общем, голосуйте, кто вам понравился больше, сисяу или жопяу. Мы соберем потом ваши голоса и устроим файтинг настоящий в грязи. Шутка. Шутка, до этого мы не дойдем. После боя мы с Аленой решили попробовать побороть свои фобии и сыграть в весьма страшную игру. Задача пройти по доске, которая лежит на самом верху небоскреба, а мы обе очень боимся высоты. Пик Москва сразу видно после, да? Убиваться ранним утром все-таки как-то... Я ужасно боюсь, блин. Ты уже полетела? Нет, тут вот вертолет летит. Спасите меня, пожалуйста! Давай, давай! На самом деле это не доска, это просто ровный пол. Ну, можно внешний кадр выйти, если есть. Черт. А, блин! Ну смотри, между жизнью и смертью у тебя один шаг. А как решить? Как ты мне наваляла сейчас в боксе, так и тут решайся. В боксе было проще. Так, ладно, сейчас. Ладно, я не буду закрывать глаза, нет, все по-честному. Ладно. Блин.
когда сделал шаг вперед, но все еще хочется жить, поэтому ты делаешь вот так, в надежде, что святой бубен тебя спасет, видимо. Не, у меня уже нормально. Но вот, давай, иди сюда. Я не знаю, как у тебя, но у меня все еще есть ощущение того, что я где-то вот не здесь еще пока. У меня еще вестибулярка вот так вот как-то работает, да? Хотя бы потом... голова не кружится. Да, голова не кружится, но есть момент, что земля как будто бы не родная. Да. Как будто я уже привыкла вот к тому, где мы там сейчас были с тобой. К ощущению полета. К ощущению полета, к ощущению ринга. В общем, к всему, чему угодно в виртуальной реальности, только не к нашей студии. Еще вопрос у меня к тебе. Члены присылали? Да. А мне нет. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. Нам с Аленой так точно понравилось. Да, мне прям понравилось получать от тебя нокдаун. Вот так прям было. Прям по морю. Если бы мы могли снимать слоумо, сейчас бы получился очень красивый кадр. Но слюни бы мои полетели в тебя. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. С брекетом. Ну-ну-ну. Мне уже страшно. Как воск у меня полетел в самом начале. Слушай, а они магнитятся? Может, мне надо было брать с собой магнит? Что ты хочешь проверить? Я думаю, магнитится, железка же все. Давай проверим. Прям сейчас? Нет, в следующий раз. Мне кажется, мы напрашиваемся на интересный контент в следующий раз, да? Ребята, если вы хотите, чтобы мы проверили Аленины брекеты, пишите в комментарии. А если хотите меня пожалеть, напишите мне в комментариях на моем канале. Ссылочка тоже будет внизу. Пока-пока. Ну же, друзья, огромное спасибо нашему гуру, нашему учителю и, собственно, владельцу этих двух VR-очков. Я бы сказал себе проводником. В общем, да. Спасибо проводнику за весь этот трэш. Подписывайтесь на них. И на него, походу, тоже. Да. Спасибо. Всем пока.